Впервые в Северодонецке прошли соревнования по военному многоборью. В них приняли участие три команды из Кременной, Северодонецка и Рубежного. Дети 10-15 лет стреляли по мишеням, на скорость разбирали и собирали автомат Калашникова, накладывали медицинские жгуты. По мнению организаторов военно-патриотической спартакиады, такие мероприятия объединяют школьников. Соревнования военное многоборье. Это у нас стрельба, разборка-сборка автомата, набивка магазина и надевание турникета, будет остановка крови. Такие соревнования, да, у нас сейчас первые проводим. Детки у нас из трех городов, это Кременная, Рубежная и Северодонецк. Три города.